Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах. Прежде чем переходить к сути вопроса, хочу вам показать, те, у кого есть часы Galaxy Watch 3, Active 2, Active, Galaxy Watch, Gears 3, Gears 2, Gear Sport. Вот будет послезавтра обзор данного циферблата в прямом эфире. И будет раздача промокодов. Дорогой циферблат от Томаса там с 3D G-сенсорными эффектами. Так что не пропустите. А завтра от швейцарской команды разработчиков будет обзор вот на данный циферблат. Ну, естественно, промокодики, дорогие друзья, не пропустите. В чем, значит, суть вопроса? Видите, я как интересно назвал видос. Оно действительно, как говорится-то, бывает всякое. Дня три назад мне звонит, вернее, пишет один из подписчиков, говорит: слушай, мужик, говорит, встал, говорит, утром, часы-то беру с зарядки, а они просто зависли на экране загрузки. Все, Samsung там, тудым-тудым, и больше ничего. Я нажимаю, говорит, все кнопки, бесполезно, ничего, говорит, не реагирует ни на что. Что делать-то, говорит? Я думаю, странно, как так может случиться, что у вас просто были часы на зарядке, а потом хлоп, и вдруг они пошли в ребут и зависли. Но быть такого не может. Короче, посоветовал ему, что сделать. Он сделал, отблагодарил меня. Я на следующее утро просыпаюсь, беру свои часы с зарядки, а они у меня зависли на экране загрузки Samsung. Представляете? Интересно, у вас было что-то подобное? Если было, пожалуйста, напишите в комментариях. Что же значит в таком случае делать? Это, в принципе, не важно, где у вас часы зависли, на экране загрузки или просто зависли. Выход из данной ситуации только один. Нужно принудительно перезагрузить наши с вами часы. Как это сделать, когда он не реагирует на нажатие кнопок, однократное нажатие кнопок? Кстати, эта инструкция идентична как для Galaxy Watch 4, так и для Galaxy Watch 3. Вплоть до Galaxy Watch. На Galaxy Watch, по-моему, нужно одну кнопку нажимать, нижнюю, или на Gears 3 и Gears 2. По-моему, только кнопку нижнюю, и держать ее, пока они не уйдут в перезагрузку. Здесь же, дорогие друзья, что нужно сделать? Нужно вот так просто нажать две кнопочки, хоп, и держать, пока часы не отключатся. Вот сейчас посмотрите, естественно, этого экрана не будет, потому что они будут в зависшем состоянии. Как только экран потух, отпускайте кнопки. Все, они пошли в ребут, и теперь загрузится спокойненько в систему, и будете вы опять наслаждаться ими. Почему это происходит? Ну, не знаю, прям какой-то полтергейст. Вот такие вот бывают часики, проблемки у них. У кого-то, может, со смартфоном такое же были. Дорогие друзья, а именно обладатели часов на Tizen, да, это Galaxy Watch 3 и все остальные модели ниже. Пожалуйста, принимайте участие в розыгрышах данных циферблатов от Томаса. И я думаю, что тогда их еще будет больше, больше, больше и больше. Поэтому, дорогие друзья, обязательно принимайте участие. Спасибо вам за ваше внимание. Вы были на канале Galaxy Watch. Если инструкция была для вас полезна, или вы посчитали, что она вам пригодится, пожалуйста, ставьте лайк. Ну и, естественно, напишите комментарий. До свидания, всего доброго, до новых встреч.